конечно же, в построении гарнитуров, особенно кухонных, не обойтись без верхней базы. И здесь также становится вопрос реализации поднятия, открытия верхних баз. А есть еще один тренд, который мы отмечаем, это построение верхней базы в виде ячеек небольших. Это то самое, что полюбилось дизайнерам, потому как можно реализовать даже небольшие пространства. Часто мебельщики не задумываются о том, что можно предложить занять пространство над холодильником, к примеру, где остается мало места. И люди уже понимают на данный момент, что открытие распашных фасадок верхних баз, это, во-первых, не совсем удобно, не видно содержимого полностью, во-вторых, небезопасно, да, можно удариться просто головой. До появления Airbus есть на рынке, да, системы подъема вверх существуют, но есть некоторые подводные камни. Некоторые нехороши по качеству, некоторые недоступны для цены. С появлением Airbus, это наш новый подъемник для небольших фасадов, у потребителей появилась возможность реализовать открытие фасада вверх посредством механизма Airbus. Данный механизм имеет очень маленькие габаритные размеры, пружинного типа, присадки клипон, да, быстрого монтажа и регулировку в трех. Так, фасад достаточно большой, сейчас мы попробуем его снять. Достаточно просто отщелкивается. Все, он защелкнулся. По техническим характеристикам фасады предназначены для поднятия, подъемные механизмы предназначены для фасадов от 2,4 кг до 12,3 кг. В каждом механизме вложена та самая характеристика, которую нужно обязательно придерживаться. Это зависимость веса фасада от высоты. Обращаю внимание, что обратно пропорциональная зависимость. Чем шире фасад, тем меньше вес его должен быть. Чем ниже фасад, тем больше вес должен быть. Возникают вопросы у некоторых потребителей, да, и производителей, почему так. Вопрос решается чисто физический ответ. Это плечо силы, которое необходимо учитывать. Раньше подъемные механизмы подобного типа были в премиум-сегменте уже мебели. Это стоило дорого, и не каждый мог себе позволить. С приходом Airbus на российский рынок даже покупателю мебели класса среднего стала доступна реализация открытия верхней базы вверх. Еще одна новинка Боярд сезона 2015-2016 года – это газлифт GL104. По сути, функционал у него похожий на функционал подъемника Airbus, то есть возможность фиксации в каждой точке траектории. Да, решается вопрос открытия вверх, все доступно, удобно, но цена вопроса уже $2.20 для покупателя. Поэтому данный механизм уже можно поставить в эконом-класс. Для повышения комфорта от использования можно использовать петли с доводчиком, либо упор защелки, те самые амортизаторы, которые добавят комфорта в использовании.